Всем привет, с вами Игорь, вы смотрите видеоканал Games Club, и я нахожусь в отеле Ридс Карлтон, где сегодня будет проходить пресс-конференция фильма «Президент Линкольн. Охотник на вампиров», приуроченная к открытию 34-го Московского международного кинофестиваля. Сегодня здесь этот фильм представляют продюсеры картины Тим Бёртон и Джим Лемли, а также режиссер Тимур Бекмамбетов. Чтобы просмотр этой конференции вам был еще более интересен, я вам покажу автограф Тима Бёртона. Теперь все готовы к просмотру? Смотрим! Дорогие друзья, начинаем нашу работу. Тим Бёртон, продюсер фильма «Президент Линкольн», режиссер фильма и тоже продюсер Тимур Бекмамбетов. Также за этим столом справа и слева от меня Глухушин Виктор, художник-аниматор студии «Прибизов». Новые слова проявляются в наших программах. Varvara Avdyushko, художник по костюмам. У нее, возможно, очень сложная роль в этой картине. Безусловно, Джим Лемли, продюсер фильма. Вадим Смирнов, генеральный директор 20-й век ФОКС-СНГ. Противник Горохов Александр, руководитель студии компьютерной графики CGF. И Валерий Зрагевский, художник-концепт-арт. Итак, естественно, я жду от вас вопросов, но первое, наверное, все-таки я оставлю за собой. И, вы знаете, сложно предъявлять к картине подобного жанра, подобного рода некоторые требования правды, исторической правды. Может быть, начнем с Тим Бёртона? Пожалуйста. I'll start very simply. The fact that it was before Seth had even written the novel. I just heard the idea, and it was a kind. I just said, I want to see this movie, and because it just somehow made a strange kind of sense. And then talking to Timur about it, and his ideas about it, his passion about it, I finally said, this is a movie I want to see. I want to see Timur's version of this movie because it just his style and the subject matter just seems to be a perfect fit. Для меня это был проект, которым я с удовольствием занимался все быстро пролетевшие 3 года. Проект, который помог мне соприкоснуться и понять суть того общества, суть тех идей, которым живет американское общество. И лучшая часть, то, что делает это общество лучше. Я хочу процитировать одну из фраз, которая была в сценарии, она осталась у нас в фильме, которую сказал Линкольн своему другу, соратнику, вампиру, который предложил ему вот в последней сцене сделать его вампиром, чтобы он жил долго и мог так же, как его, вместе с ним. И Линкольн сказал ему: наши дела и наши слова живут дольше любого вампира. И это, я помню, когда я рассказывал Тиму, какой фильм я хотел бы сделать, я помню, что он очень эмоционально отреагировал на эту фразу. И, собственно говоря, наверное, поэтому я и удостоился чести быть режиссером этого фильма. Спасибо большое. Я жду, разумеется, вопросов из зала. Но еще можно я один вопрос задам, как минимум? Вы знаете, я готовился к пресс-конференции, серьезно, нажал на язык, на фамилию Абрам Линкольн и насчитал 291 упоминание. То есть 291 раз фигура Линкольна так или иначе появлялась в кино. А вот какого нового, собственно, Линкольна мы увидели здесь, с вашей точки зрения? Как он, так сказать, воплощался? Как он обретал плоть? Как, кстати говоря, шел процесс выбора актера, который тоже маловажно. Кто ответил? Кто ответил? Джим. Окей. So, obviously when we started this project, the main question really was, who could play Abraham Lincoln from 20 years old to the end of his life when he was 55? And it's a very difficult question for any American to answer, for sure. And Mindy Marin, who was the casting director of the movie, said to Timur, you should see this gentleman in New York who's a theater actor named Benjamin Walker. And he was in a play on Broadway called, oddly enough, portraying another American president, called Bloody Bloody Andrew Jackson. So Timur, we went to New York and we went to see the play, to see Benjamin Walker, and we talked to him afterwards, and then it started a process that took about 6 months of talking to him, and the end of that, and the end result was he came to California. And Greg Canum, who did the makeup, turned him into Abraham Lincoln, and he delivered the Gettysburg Address for Timur, and I think that was really the deal with it. Да, он был, это была удивительная вещь, когда 27-летний молодой человек. He was 27 years old when we met him. 27-летний молодой человек преобразился на моих глазах и превратился в ту икону, которую все американцы хорошо знают и любят, и смог прочитать, не прочитать даже, а от души произнести эти замечательные слова, которые сказал американский президент на кладбище в Геттисберге, там, где погибли, на кладбище, где погибли герои гражданской войны. Люди, которые смогли, помогли сохранить страну единой. Это было удивительное зрелище, это было чудо. И не так много актеров существует, кто способен это сделать. Well, no, I mean, the thing about it that we all loved about the original novel was that it was telling a story like the real story, and you know, to actual historical events. From Lincoln's life, and the issues of civil war and slavery, and it made it make sense. I mean, I remember seeing images of Lincoln as a child, and of any of the presidents, he had the most sort of complex, haunted quality. I mean, you just look at pictures of him, and you can actually imagine him staying up at night hunting vampires. I mean, he just had that quality about him, and so we always knew that, and also. It's interesting to look at history from different angles. I mean, in school I was always taught history, and it was always very boring and very, you know, I wasn't paying much attention. But like when you look at history in a different way, it makes you think about it more, and that's, I think, we all loved about this project, is that it just looks at real historical events from a different perspective. And also, it's fun to offend some people anyway. У кого микрофон сейчас? У меня. Пожалуйста. Мария, из вашего радиослужбы. Так, у меня вопросы к мистеру Бекману и к Тимуру Бекмамбетову. Он, наверное, простой. Как вы сами определяете жанровую принадлежность этого фильма? А второй важный вопрос. Почему темнокожий друг героя не стареет? Жанр этого фильма — это... Вот я не берусь даже пытаться его определить. Я думаю, что сколько критиков смотрело фильм, столько будет версий по этому поводу. Это правда жизни. И что касается друга темнокожего, который не постоял, вы знаете, я очень сильно удивился, когда тоже... Оказывается, каждый национальность, каждый раз стареет по-своему. И, к счастью, для темнокожих жителей Америки, они не стареют очень долго. Не дряхлеют. Да. Я хотел добавить к вопросу Тима Бёртона по поводу того, что такое... Линкольн, икона, и можно ли ее трогать руками. Для меня был вопрос сложный, я в основном доверял Джиму и Тиму в этом вопросе, потому что я, честно признаюсь, я не очень чувствую эту деликатную тему, если про российских исторических персонажей шла речь, я бы, наверное, был бы экспертом. Здесь я им доверял полностью. И единственное, что я могу сказать, что мне задавали вопрос, кто же в России является для нас Линкольном, вот кто в нашей истории тот самый герой, которого мы хотим подражать, которого мы все одинаково любим, который для нас является той самой иконой. И я задумался и понял, что мы что-то упустили. У нас такого героя, похоже, нет пока. Это вина наша, вина кинематографистов, мы его не создали. Но поскольку наша страна, как бы это странно ни звучало, еще очень молодая, потому что юридически ей только 20 лет, как Россия была независимой, несмотря на всю многовековую историю, но, по-моему, да, то у нас еще все впереди. Линкольн, когда он стал президентом, Америке было уже 80 лет с этой независимостью. У нас еще есть время, нам, конечно, стоит торопиться, но у нас еще есть время, есть шанс, мы этого героя создаем, ищем, и я уверен, он появится. И один из проектов, я хотел бы просто сказать, мы сейчас занимаемся, готовим к производству фильма, который будет посвящен одной из икон, которая нашего общества. Это будет фильм о Георгии Победоносце, который, как вы легко можете догадаться, был охотником на драконов. Я надеюсь, что не пройдет еще несколько лет, как на открытии фестиваля Московского международного с замечательным символом Георгия Победоносца будет показан фильм «Георгий Победоносец. Охотник на драконов». Интересная перспектива. Надеюсь, это будет уже в новом 20-м фестивале. Ну, вы поймите, нет ничего невозможного. Вопрос только времени, сил и денег. Какие принципиально новые задачи Александр лично перед вами поставила? Было ли что-то такое, что заставило вас поначалу сомневаться? Нет, это невозможно, но потом мы все-таки это совершили. Пожалуй, единственная задача, которая для нас была очень серьезной на этой картине, это дисциплина. Мы должны были делать все другое. Не поймут. Это уникальный, беспрецедентный случай в истории российского кинематографа, когда студии компьютерной графики, всю свою работу сделала в срок, с самым невероятным качеством и стала примером для всех остальных студий, которые участвовали в работе над компьютерной графикой. Я вот не вру, живусь как подтвердить. Правда. Листья. Очень правда. No, I mean, the thing with Timur is that he's such a great filmmaker, and after talking with him at the very beginning, I just loved everything he was saying about it, loved his ideas about it, loved, like I said, loved his passion about it. And I know from other films he's also dealt with vampires, so he, you know, he had the full package. And like I said early on, I just wanted to see his version of the film because it just seemed like the perfect blending of material to him. So, you know, I just. I'm lucky enough to just be a part of it and enjoy watching him and this amazing team and beautiful work. Это правда. Очень правда. Самое сложное было, наверное, снимать сцену. Две сцены. Одну не могу назвать, это две сцены. Сцена, когда Линкольн преследует своего ненавистного противника в табуне лошадей, когда их сражение происходит среди чащихся на полном ходу в табуне лошадей. И сцена в финале, которая в фильме присутствует, это сцена, когда они пытаются, Линкольн и его друзья пытаются спасти поезд с серебром от вампиров. И обе эти сцены были очень сложны, просто потому что они полностью, почти полностью были сделаны при помощи компьютерной графики. Пришлось очень много вещей делать до того, как снимаешь фильм. У нас как раз вот Виктор Gluhushin с Валерием Зрагевским занимались тем, что они сделали так называемую превизуализацию этих сцен, то есть они сделали анимационные такие маленькие фильмы, там, 5-минутные, которые полностью были потом повторены мной во время съемок. То есть мы сначала сделали, разыграли эти сцены все на компьютере и расставили камеры, смонтировали, озвучили, и потом уже в самом процессе производства мы просто повторяли то, что было найдено нами здесь, в Москве, на улице Пудовкина, в маленьких комнатах студии компьютерной графики. Ну, в первую очередь, мы, конечно же, отталкиваемся от исторической достоверности, потому что это один из основных наших принципов, что фильмы должны быть достоверно, тогда они будут удивительно фантастическими и пугающими. Да? То есть не нужно ничего придумать лишнего, все всегда можно найти в жизни. И сначала мы провели около 1,5 месяца только за исследованием эпохи, и в музеях, и в книгах, и в библиотеках, и в интернете. И изучили жизнь Линкольна, и окружение, и фотографии, и живопись того времени. То есть мы, в принципе, подняли все, что только можно было поднять, да, чтобы сначала узнать базу, от которой можно было отталкиваться. Дальше уже, узнав базу, мы находили какие-то интересные художественные решения для решения образа Линкольна и для решения образа его жены и всех остальных. Даже, например, вот если сказать о образе вампиров, у нас была одна из наших основных идей и задач ни в коем случае не повторить готический а-ля лакшери вид, да, к которому все уже давно привыкли, который никого не пугает, уже никому не интересен. И пример для вампиров мы, как люди, точно так же нашли из исторических хроник. То есть для референса для нас, для их вида стали заговорщики и организаторы и убийцы Авраама Линкольна, которые, с одной стороны, замечательно выглядели и потрясающие совершенно были типажи сами по себе, и были абсолютно правильные биологических тенденций. Вот, но все оттолкнулось от истории, все оттолкнулось от правды. Допустим, Бёртон. Такое дело, у нас в Москве, в центре столицы, лежит труп. У вас нет ли какой-то мысли на этот счет? Может быть, сценарий, идея? Спасибо. Timur's going to take me for a visit, yes. Yes, Ко мне просто было этого трупа. Я думаю, что человек лучше похоронить, да? Или как подальше? По поводу истории США. По поводу истории США, я думаю, что наше образование одно из самых лучших в мире. Я думаю, что все читали. Я не думаю, что дети в Америке знают так много, что их знания будут отличаться от нашего с вами знания истории. Все знают, что Линкольн был убит в театре, все знают, что Линкольн освободил рабов, как Александр II освободил крепостных в тот же самый год. Собственно говоря, больше ничего знать не нужно, все остальное можно узнать из фильма. Более того, может быть, кого-то это спровоцирует более глубоко. Маловероятно, конечно, это иллюзорная мысль, но может кого-то спровоцирует поглубже покопаться. А вы знаете, на самом деле, не думаю, что нужно устраивать какой-то ликбез, особенно для той целевой аудитории, которая является ядром нашего зрителя этой картины. Потому что, если вспомнить, например, того же самого «Адмирала», подавляющее большинство людей, которые пошли смотреть фильм «Адмирал», они очень слабо разбираются в истории на рубеже социализма и раннего капитализма, да, там, начала 19 века. То же самое по поводу Джованниоли, да, Спартака того же самого, когда люди смотрят в кино, это не значит, что все читали его и так далее и тому подобное. Но я думаю, что здесь самый главный персонаж звездный, который выступает в абсолютно необычной и непривычной, неожиданной роли. Сейчас кино охватила вампиризация. Мы только что видели «Мрачные тени», мы смотрим «Сумерки». Почему считается, что ваш фильм будет выделяться ввиду фильма про вампира? И второй вопрос у меня к вам про вампир. There's never enough vampires. I've been watching vampire movies since I've been 5 years old, so it's always never been a trend for me. It's always been something I've loved. Every culture has vampire stories. Even before cinema, there's been vampire stories. Every country's got their own lore, and so for me, we never looked at it as a trend or anything. We just got involved with the project because we loved it. And in fact, usually, I think we'd all agree we would like to go against trends. So we never considered it a trend. We just loved the idea of the movie. And our vampires are not sparkling. Кстати, у каждого народа есть своя мифология кровопийц. И я занимался подготовкой к фильму о Линкольне. Я нашел интересные материалы про восточнославянские и российские легенды о вампирах. Там была одна смешная деталь, мне очень понравилась. Помню, Тим Бёртон не рассказывал, очень смеялись, о том, что есть такое правило, как бороться с вампирами. Нужно взять рис и разбросать его на полу. И вампиры, они не могут ничего с собой поделать, они начинают его считать, каждую висюку. Надо спокойно уйти. Это вот российский способ борьбы с вампирами. Вы чувствуете нашествие русских голливудцев? Спасибо. Там же в Лос-Анджелесе же все твари попали, там все, там есть китайцы, немцы, там кинематографисты, там люди, которые собираются не по национальному, а по профессиональному признаку. К сожалению, их не так много в России, в Лос-Анджелесе русских, как хотелось бы, было бы веселее. Поэтому я буду рад, если больше наших кинематографистов будут иметь возможность и желание работать в Лос-Анджелесе, и нам будет веселее все вместе. Но процесс идет, мы сейчас, наши Вазилевс, компания, у нас там есть офис, и наши специалисты из Москвы приезжают туда, они живут по 2 месяца, там, по 3 месяца, поскольку может, работают там. И вот компьютерная графика, которая делалась для фильма «Линкольн», часть команды находилась постоянно в Лос-Анджелесе, и она работала над фильмом сам. Есть у нас люди, которые занимаются разработкой новых проектов, сценариев, есть люди, которые художники. То есть большая команда, постоянно происходит миграция туда-сюда, приезжают, работают, уезжают. Мы живем как бы без этой границы. Я не думаю, что у нас есть, с одной стороны, вышла книга в Америке, называется книга. Да, я хотел как раз про подложку спросить, вот ваше отношение к творчеству Сергея и про комикс, который выходит попоздно. Нет, выходит комикс, который мы сделали, книжка, это впервые мы взяли сториборды, замечательные, уникальные сториборды, которые были сделаны к фильму Бедарова. Есть Гендарджи Дубаев, он наш замечательный художник, который делал все сториборды. И я просто боялся, что они потеряются, и мы решили их собрать, мы их просто составили, историю, сложили, и вышла книжка, которая пользуется популярностью сейчас. Книжка, вы можете ее посмотреть, она у нас здесь есть. Это первое, что касается режиссерства. Туда вошли все сцены, которые я придумал, но которые я не смог снять. Они существуют в виде раскадровок. И второе, у меня есть мечта, я надеюсь, что все будет нормально, и как мы с Лос-Анджелес, и мы сделаем режиссерскую вещь в версии фильма, но она не будет отличаться от той, которую вы видите, ничем, кроме того, что она будет по-другому цветокорректирована. Потому что оригинально моя идея была в том, и Тим меня очень в этом поддерживал, что этот фильм должен был существовать как черно-белый 3D-фильм. И я уверен, что мы это сделаем, потому что я представляю, какая магия будет в этом фильме, если он будет черно-белый и трехмерный. Еще теплый вопрос. Вы говорили недавно о том, что этим фильмом завершается ваша история с дозорами, что все, что не вошло в дозоры, вошло в... Не только с дозорами, я в разговоре с журналистами здесь вот именно сегодня обнаружил, что произошла удивительная вещь. Два мира, которые были нами созданы предыдущие 10 лет, даже 20 лет, неожиданным образом объединились в этот фильм. Это, во-первых, название фильма «Президент Линкольн. Охотник на вампиров». «Президент Линкольн» — это та серия рекламных роликов, которые мы снимали в 90-е годы, называлась она рекламная кампания «Банка Империал», про всех королей, царей и правителей нашей цивилизации. За это отвечает первая часть названия фильма «Президент Линкольн». А вторая, «Охотник на вампиров», это, собственно говоря, наши дозоры. Так что «Империал» плюс «Дозоры» получается фильм «Президент Линкольн. Охотник на вампиров». Вот, собственно, такая вот ирония получилась. I don't live in Los Angeles, so I prefer almost anywhere but there. I'm from there. But as Timur said, there really is no difference. As filmmakers, you deal with the same issues, you deal with the same problems. You don't feel like there's any difference. I mean, I've worked with people from many different countries as collaborators, and you just feel close to them because you know what they go through, and you know it's always amazing to meet new people. And like I said, this team that Timur has, they're great, and that's all you look at. And you don't feel any cultural differences. You don't feel anything. It's kind of a, you know, we're all part of the same filmmaking family. We all go through the same thing. Oh, Moscow. Yes. Well, all I've seen is inside of hotel rooms, so I haven't really been out yet. But I'm looking forward to it. It's so nice to come to a place I've always wanted to come to, and especially, you know, being invited by Timur, and so it makes it extra special for me. So, I mean, you know, Спасибо большое, прошу вас. На первый вопрос я хочу добавить к тому, что сказал Тим. Фильмы про вампиров всегда существовали, всегда будут существовать, просто потому что это метафора, которая очень выразительна. Метафора, которую люди пользуются, рассказывая о том, как кто-то кого-то использует. Жизнь. Энергию забирает. Или там эксплуатирует. Это просто метафора. Поэтому поэтический образ. Очень яркий, очень красивый, очень сексуальный, очень острый, волнующий. Ну, в общем, я думаю, что их не меньше, не больше фильмов. 30 лет назад их было столько, сколько и 50. И на заре кинематографа фильмы про вампиров появились практически сразу же, как появилось кино. Что касается, почему мне везет больше, чем другим, я бы не сказал, что это больше, чем другим, потому что для меня в Лос-Анджелесе замечательно работали, начиная с Сергея Эйзенштейна, в 30 году, да. Да. И замечательный, и Кончаловский, очень хороший режиссер, который сделал замечательные фильмы в Лос-Анджелесе, и Сергей Бодров, который сейчас буквально сегодня заканчивает производство большого американского фильма. И не знаю, я не был никогда цели такой, я никогда не ставил себе целью быть режиссером в Лос-Анджелесе. Мне просто было интересно. Если это отсутствие такой цели дает тебе невероятную свободу, и если у тебя нет, перед тобой нет такой задачи, ты просто свободен, ты делаешь то, что ты хочешь, а дальше все, как известно, все студии и все от кого зависит, куда будет двигаться кинематограф, что будет делаться, они как раз ищут людей, которые свободны и которые делают то, что хотят. Да, были, я отвечу. Да, фильм снимался в Новом Орлеане, где все, вот, если вы смотрели фильм, вагоны, на которых происходили съемки, они все стояли на специальных таких механических устройствах, которые их по указу компьютера в правильном ритме качали, чтобы актеры, которые играют сцену на мчащемся поезде, чтобы они могли чувствовать и физически они были достоверны. То же самое касается лошадей, были сделаны специальные механические лошади, которые скакали в ритме, необходимом заложенном в аниматиках, которые вот Виктор создал из таких мультфильмов, и лошади скакали. Потом эти движения были повторены на этих вот механических лошадях, компьютерных, которые качали актеров в нужном ритме и так далее. То есть часто использовалось. По крайней мере, один из американских президентов был продвинут, собственно, эту роль не без участия вампиров. Спасибо. Well, I mean, you know, in America there are histories of, you know, assassination attempts. There's been a couple of presidents, and so we found it. I found it quite kind of chilling and quite an interesting ending, and also that loser was actually the writer Seth Grahame-Smith, so that kind of had a special double meaning. But I found it quite sort of amazing and chilling because of our history with those kind of. В Америке мы встречались с журналистами, и многие спрашивали, почему посадили Обаму. Все почему-то подумали, что это Обама. Мы им объясняли, что Обама не может сидеть, потому что Обама действующий президент, а этот молодой человек еще только может им стать через несколько десятков лет, пока он просто обижен. сильно кем-то и, скорее всего, кому-то собирается отомстить, как это было с Линкольном в начале фильма. Это обещание нового героя. В каждой стране нужны новые герои. Что же он написал? Он написал... Он написал то, что написал Линкольн, когда он был ровно те же слова, которые написал Линкольн, который сидел в баре в начале фильма. О том, что он помнит про свою маму, что-то, видно, с ней случилось нехорошее, и будет мстить. Тимур выступает в качестве режиссера, Тим Бёртон в качестве продюсера. Скажите, если поменяться ролями, Тим Бёртон режиссер, а Тимур Бекмамбетов продюсер, что за проект мы могли бы вместе сделать? We'll see someday, I hope, because I love working with them, so, you know, but for, like I said, for me, I wanted to see his version of, because like for me, when I direct a film, I can't really enjoy watching them, I don't like watching my own film, so this was the first time I could be involved with a project that I would have loved to have seen and could actually really enjoy it, so this was a rare occasion for me. Ничего добавить. Зато мне есть что добавить от лица студии. На самом деле мы забываем о том, что это один из 5 крупнейших голливудских мейджеров, студия, которая создала эту картину. И это очень нечасто случающаяся история, когда в лице практически 2 талантливейших людей, которые выполняют одинаково успешно функции и режиссеров, и продюсеров, слились таланты, с одной стороны, таланты визуальные, таланты гениальных людей, способных создавать хорошее кино, и в то же время, извините, мы говорим о бренном, в то же время таланты людей, которые способны этим своим искусством еще и приносить и зарабатывать деньги. Такое сочетание встречается очень редко, как правило, очень часто бывает перекос либо в сторону гениальности, но отсутствие коммерческого потенциала, или наоборот. Здесь студия невероятно счастлива тем, что она заполучила эту картину, созданную Тимуром, Тимом, Джимом. То есть в данной ситуации студия абсолютно счастлива. Я думаю, что это далеко не последняя работа, которую делают либо вместе, либо по отдельности эти замечательные люди. Когда студия «Фокс» приобрела права на «Дозоры» в 2004 году, и ударили по рукам с условием, что мы сделаем продолжение, будет третий дозор, сумеречный. И все эти годы так ничего, к сожалению, не произошло. Я был занят, снимал «Особо опасен» и так далее. Ну, в общем, не случилось. И вот неожиданно совершенно этот фильм стал, как бы, по сути дела, стал исполнением тех самых обещаний, он стал тем самым сумеречным дозором, который вот так хотели снять. Ну, может, еще с ним начнем с Тима. Well, I meet vampires every day. I mean, you know, people think I'm a vampire, so I love them, and like I said, I grew up with them, and you know, I actually am friends with Christopher Lee, so I actually can say I know Dracula for real, you know. So I mean, yeah. Like we were saying earlier, I've always loved them, and as Timur showed in his movies and many other types of movies, you can portray them in so many different ways. They're a metaphor for so many different, and a symbol for so many things that not even intellectual, because it kind of goes right to the subconscious, and I think that's one of the reasons I love it. Разницы. По большому счету никакой нет. В России сегодня снимают... Ну, разница есть в размерах потраченных средств. И разница в том, что в России все-таки, когда снимают кино, то в основном у людей больше возможности что-либо менять по ходу, потому что меньше ответственности, меньше средств тратится. А в Америке все-таки производство более спланированное, более как «Титаник». Оно если идет, оно тоже ничего не поможет. Да? Костя Каменский задействован в виде прообраза для Авраама Линкольна и в виде человека, который озвучил трейлер нам однажды. К сожалению, он был занят на своем фильме, я не смог его пригласить на роль. Ну что ж, спасибо всем большое за участие в этой пресс-конференции.